Ивановские депутаты возобновляют борьбу с уличными киосками. Совсем недавно по всему городу было снесено более 400 ларьков, родом еще из 90-х. Сейчас уличные торговые точки понемногу появляются вновь. Чтобы регулировать эту ситуацию и не допустить возвращения ларечников, депутаты Ивановской городской думы приняли решение создать рабочую группу по этому больному для областного центра вопросу. Будет рассматриваться все вопросы, связанные с тем, чтобы, значит, создать в городе наиболее благоприятный режим и для субъектов малого и среднего предпринимательства. Но, с другой стороны, мы должны реально понимать о том, что на времена 90-х годов, когда город был заполнен ларьками, в которых продолжалось не пойми что, этого не должно повториться.